Его называют «человек в маске». Геннадий Онищенко. Он прошел Чернобыль и Спитак и даже побывал в плену. Почему он выбрал профессию врача-эпидемиолога? Ты оружием торгуешь? Я говорю, я не оружием торгую, я врач. И что прогнозируют по коронавирусу? Очень интеллигентная инфекция, не такая контагиозная, как грипп. Смотрите в программе «10 фотографий». С Ариной Шараповой. В пятницу в 23:10.